Привет, греемся на солнышке. Привет, друзья. Сегодня хочу вам показать вот такую вот красоточку. Очень-очень нежная нежнулечка в горшочке. Это роза. Подарил мне ее муж. Принес. Вот, в горшочке там 4 кустика. Или 4 черенка, скорее всего. Было черенка. И из черенков вырастили вот такую вот красоту. Сидят эти черенки в торфе, влагоемком, в котором бегает очень много мушек. То есть явно торф хорошенечко поливали. Вот. Но тем не менее, листики чистые, зеленые, очень-очень красивые. Розочка здоровая. Ну, конечно, производители таких цветочков они умеют выращивать. Такие цветы в горшочках, презентабельные, вот, которые потом либо умирают, либо, ну, я не знаю. Не знаю, что они туда подкладывают, гору удобрений или чего. Но очень-очень красивая роза. Муж говорит, знаю, любишь розы, поэтому розочка тебе точно угодит. Ну, для меня много роз. Так как орхидеи много роз не бывает. Поэтому такая вот красота. Ку-ку. Жарко. Будет она у меня пока что стоять на кухне на северной стороне, радовать меня. Ну, а как отцветет, посмотрим. Разделю эти кустики. Посмотрим. Время покажет. Может быть, даже один кустик я попробую высадить на дачу. Все-таки я думаю, что это... Ну, комнатных роз точно не бывает. Это сформированная какая-то бордюрная розочка или это с мелко таких цветковых. Красота! Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Всем пока-пока!